Современные, комфортные для человеческого глаза, а главное, экономичные. Старые лампы на улице Совхозной меняют на новые. Мы даем гарантию 100 тысяч часов свечения, это порядка 20-25 лет. Эти светильники меньше потребляют электроэнергии, и вся экономия остается у города, которая может быть направлена на другие нужды муниципалитета. Вот так выглядит лампа, которую устанавливают на фонарный столб. Несколько десятков светодиодов. Целую партию нового оборудования в Химки привезли из Сызрани. Это светильники нашего собственного производства. Они инновационные, с высокой светоотдачей, порядка 150 люмен с ватт. То есть больше световой поток, меньше энергии он потребляет. Реновация светового оборудования коснется всего города. Например, только в микрорайоне Левобережный заменят более 2500 ламп. Всего в городском округе обновят 13 тысяч светильников. Кроме этого, по просьбам горожан в округе установят 30 новых точек освещения. Полностью завершат план к сентябрю 2024 года. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.